Вы надеетесь на то, что ваш знакомый государственного органа поможет вам в получении лицензии или разрешения? Или же вы думаете, что уходит очень много времени и процедур? Или же вы просто не знакомы с законными процедурами по их получению? На самом деле существует ряд законных процедур. К примеру, согласно закону о лицензионно-разрешительной системе, существуют виды лицензий более 70. Также существует более 40 видов дополнительных разрешений, а также более 30 видов технических регламентов, так как Кыргызская Республика является членом-участником стран ЕАЭС. Если ваш бизнес столкнулся с подобной проблемой, то мы вам рекомендуем обратиться к нам за подробной консультацией, где вы сможете получить информацию о процедурах получения, а также о времени и о сроках и полный пакет документации.